Друзья, всем привет! Мы сегодня отдыхаем, в воскресенье. Приехали с мужем. Дети опять дома остались со старшими детками. Муж пошел взять бутерброды, там кофе. У нас очень тепло сегодня. Прям настоящая весна. Сегодня, по-моему, 14 марта, надо точно посмотреть. Муж уже 3 дня дома, поэтому и у нас выходные, и я не смотрю сейчас на числа. Просто отдыхаем. Сейчас поедем опять где-то погулять больше туда, в лес, потому что здесь очень много людей, и я сейчас больше хочу там где-то гамак повесить, просто отдохнуть, порелаксовать. Иногда хочется между людьми, да, вот так прийти с детками погулять, а иногда просто в тишине побыть. Поэтому такая сегодня у нас обстановочка. Снимем опять, наверное, город, будем ехать снимать вам. Здесь велосипедная дорожка вот так по всей длине вот этого городка, я так называю. Но это возле Даунтауна, возле Даунтаун Спокен, возле центра города. Это, в принципе, тоже, можно сказать, и есть центр города. Поэтому здесь очень много людей приезжают, людям здесь нравится. Здесь можно взять скутеры, покататься, потом просто походить. Вон, видите, люди ходят вдоль этой тропинки с колясками, просто с семьями гуляют. Машин много, негде припарковаться. И, в общем-то, хороший такой райончик, спокойный. Вон там вот сразу за вот этим заборчиком, видите, там внизу такой обрыв, и там протекает река. Очень красивый вид. И туда вниз идет дорожка. Она очень, не знаю, насколько там километров она растягивается. В общем, она ведет тоже туда в лес. Можно пойти погулять, идти. По-моему, там уже где-то она прекращается, именно асфальтированная дорога. Но можно тоже возле реки погулять. Единственный минус, что зимой я видела, там вот внизу обосновались бездомные там с палатками. Поэтому, не знаю, самой страшно туда пойти. Ну, например, если я хотела бы заниматься ходьбой сама, с моей семьей не сильно кто-то хочет ходить. А я хотела заниматься не бегом, а просто ходить побольше, подольше и таким образом убирать лишний вес. А то мне страшновато. Ну, разве что вот здесь, конечно, можно ходить туда-сюда. Здесь не страшно. Здесь много народа. В лес, главное, не идти. Как бы у нас вроде бы убийств таковых нету. Нету нападений, чтобы кто-то убивал там или что. Ну, неприятные такие есть люди, как бы немножко. Я уже показывала в своих видео неоднократно. Немножко того у них что-то. Я говорю, что 3 года надо ждать. Не, это быстро. Пришел. Пришел, взял. Ванила, да? Надо было убрать оттуда и стаканчик поставить. Садись, сейчас разберемся. В масках у нас надо ходить, но видите, на площадках дети не ходят. Почти никто в масках. В помещение надо зайти в маске, конечно. Не знаю, вот Максим нам заказал, но похоже, милый, там только яйцо. Это другой какой-то сэндвич. Ну, булочка так аппетитненько выглядит, да? Получается без мяса. С кофе вкусно будет. Ну, что, вкусненько так. Какая машина стояла? Бездомная. Ну, похоже, да. Одеялом все накрыто. Куча вещей в машине. Такое даже уже увидишь, не удивляешься, да? Как-то больше и больше людей таких становится. Ну, как машина осталась. Но и в то же время смотришь, другие как-то неплохо живут, да? Работают, продолжают. А у некоторых кризис. Какой-то причине, да? Тут тоже гольф-клуб, да, вот он длится, да, он на протяжении тянется, да, всего этого, всей этой дороги, да?
девушки, парни, не смотрю. Да, молодежь играет. Может, нам пойти? А что, хороший такой солнечный день. Ну вот, судя по машинам, которые ездят по Спокену, нельзя сказать, что в Спокене живут бедные люди. Очень зажиточно живут все. Это, скорее всего, эти клуб. Они там состоят в клубе и ходят. Возможно, да. Любители гольфа, да? Не, ну это уже совсем, когда нечем заниматься, понимаешь? Это наше время на это. А может, люди любят это дело? Любят, и время надо для этого. Любить надо еще и время иметь. Например, я люблю природу. Вот смотри, всю семью не выведешь на природу, не вывезешь все время. Мы уже два раза были до этого, как вот мы сейчас с мужем второй день сами едем. До этого мы два дня выезжали с детьми. И им уже все, им надоело уже выезжать на природу. Они хотят дома. Дома на батуте, говорят, попрыгаем. Посидим, посмотрим мультфильмы. Кто-то там, Костя программирует, у него свои дела. Макс, сори, высыпается. Ну да, да, у Кости работа, можно сказать, практически еще. Вот сколько народа. Мне кажется, там опять не пускают, раз тут сколько припаркованных. Вчера не пустили нас. Вот мы сейчас снимем всю дорогу до центра, где можно... Там очень красиво. Можно заехать, припарковаться тоже. И красивый такой парк. Я его больше всего люблю там. Здесь надо спускаться, там по камням лазить, по горам. А там ровненько все, красивенько. Ну, не хотят, понимаешь? Они в школе там учатся, набегаются, и им хочется дома побыть. Им не хватает вот именно домашней обстановки. Потому что целый день в школе. Да, здесь такие обрывы. Да, трудно на траке ехать. Ты на своем бы, наверное, не проехал бы, да? Не, ну что, ехал бы, просто встречный бы. Должен был бы на обочину куда-то съезжать. Вот на повороте тут бы прям по двум полосам бы я поехал. Сейчас, кстати, мы будем проезжать очистительную станцию, да? Там, где воду для Спокена очищают. Ты уверен, это ты мне сказал? Ну, по идее, да, это очистительная станция. Как она выглядит? Смена, ну вот сейчас я, наверное, выключу, потому что уже 8 минут. Когда будем заезжать, я сниму ближе туда. Вот, ребята, сейчас сниму. Смотрите, мы приехали, нас опять не пускают. Фу, стоит этот менеджер, говорит, полные парковки, нельзя туда заезжать. В общем, люди все рванули на выходные, на природу, нам негде припарковаться просто. Ну, будем сейчас искать место где-то, да? Припарковаться и пойти пешком туда. Ну да, будем где-то искать просто, не знаю, сейчас парковочку. Что, думаешь, там нельзя припарковаться вот там вот? Где... Там написано no parking anytime. Не, вот ну там, где прицеп стоял. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот поставили знаки, нельзя парковаться. И целый карман для парковок. Но если там нету парковок, дайте людям здесь припарковаться, да? Да. Просто очень как-то тупо. Мы заплатили за парк и не можем заехать в этот парк. Но это вот выходные тяжело. В будние дни всегда можно приехать, есть места. Но а когда люди отдыхают? Только выходные. Получается, надо рано утром приехать, да? Туда заехать. Спокен растет, и скоро негде будет отдохнуть. Я что думаю, такое? Из-за ковида туда много не пускают. Там, по-моему, есть места все-таки. Так люди рассасываются по этому лесу, смотри. Вон, все ходят, где хотят, возле речки там сидят. Что, разве они столпотворяются? Нет. Ну ладно, как-то мы это переживем. Найдем другое местечко сегодня, да? А с детьми приедем в будний день. Как раз когда мало людей. Мы вот были 2 дня назад, жарили там сосиски такое, все, салатики. Сидели.